что там стоишь? А, есть хочешь? Ща. Да что ты хочешь? Так бы сразу и сказал. Максим, иди мусор выброси. Ясно, сама выкину. Максим, дай, пожалуйста, 2 рубля на проезд. Максим, пошли возле елочки сфоткаемся. Я не Шахерезада, сказок не будет, не надо слов. Нет на свете дороже клада, чем любовь, любовь. Дай мне. Угу, а ты мне что? Вообще мне мама сказала домой принести. Могу только вот эту тебе дать. Ладно, на. Не зажимай. Не зажимаю. Мам, можешь меня, пожалуйста, со школы забрать? Меня тошнит. Галина Бланкина, я сейчас сваливаю, потому что меня тошнит. И я не хочу обрыгаться вот в этом вашем зверинце. До свидания. Блин, 4, блин, мама убьет. А можно исправить? Еще одна двоечка в коллекции. Максим, чтобы завтра все выучил. Да, извините. Извините, пожалуйста. Пообрезайся мне еще тут. А что вы на меня орете? Я тоже умею орать. Я знаю свои права. Что вы себе позволяете? Я сейчас все сниму и пойду в полицию. Как же хочется кушать. И быстрее бы переменка. Коль, нахуй, я тебе не мешаю? Нет, продолжайте. Валера, бери, угощайся. Будешь? Нет, спасибо, я поел. Извините. Здравствуйте, это Заварушка с Максимом Долиновым. Сюда, смотрите. Кто здесь? Сегодня вы сможете наблюдать, как я буду пранковать прекрасную даму. Ну что, пошалим? Вот ее мы будем сегодня пранковать, и она даже не догадывается, что ее ждет. Ой. Сейчас я подлезу под диван, и мы испугаем ее до усрачки. Пойдемте. Я под диваном. Осталось резко вылезти и испугать ее. Бу! Ты мусор выбросил? Вот это заварушка. Я купил у вас только спички. Я могу их положить в карман. Зачем мне пакет? Максим, слушай, к нам сегодня придут мои подружки. Да блин, Света, а мне что делать? Да успокойся, будет весело, потусим вместе. Ну ладно. Вот такой вот член. Да не гони! В смысле? Это где? Нет, насчет где? Я говорю, пожалуйста, мастерская, которая ходила, она ушла. Максим, можешь принести нам чипсиков? Максим, можешь, пожалуйста, шампусик открыть? Максим, можешь нас пофоткать? Максим, мы с девочками посовещались и решили, что нам нужно расстаться.
Ну что, 1СТБ, рассказывайте, у кого как дела, кто где работает? У меня вот свой бизнес, большая корпорация, маркетинг, все такое, бабки не проблема. Так ты же меня недавно на такси вез. Так это ж для души, когда свободное время есть. Я после школы сразу замуж выскочила, детей родила, 10 цветы жизни. А я вот блогером стал, сейчас подождите, рекламу запишу. Ой, я вообще... Как его... Чего мы говорим, да говорим? Давайте выпьем. За нас, за вас, за 11 Б-класс. А, извини, пожалуйста, а ты кто? А я Сидоров, который после 9-го ушел. Мне так плохо. Хуёво. Одиноко. В жизни моей все хорошо. Вы меня все за, я хочу на Бали. Обстановка по кайфу. Все как обычно, и это привычка. Мне больше не